Мы ожидаем, что эта неделя тоже нам принесет неприятные сюрпризы, а они будут проявляться в следующем. Четверг, пятница, предстоящие дни – это неустойчивая погода. Суббота, воскресенье – мы опять же ожидаем очень сильные осадки. Причем эти осадки могут быть соизмеримы с месячной нормой осадка. С мобильного телефона это звонок на 112. Вас переключат либо на пожарную службу, либо на ЕДДС. Также можно позвонить по телефону 320-94 и со стационарного телефона 051.